Каждый ребенок мечтает об интересных и ярких каникулах. Танцы – это один из замечательных способов провести свое время. Как раз-таки 12 июня в городе Темиртау начались танцевальные каникулы с участием самых лучших хореографов. Танцевальные каникулы – это проект, который подразумевает собой время, вот когда у детей получаются каникулы, они могут прийти к нам и заниматься танцами. То есть танцевальные каникулы – это обычно неделя бесплатных мастер-классов, то есть каждый день идет мастер-класс по разным стилям танца. Свое начало танцевальные каникулы получили 4 года назад. Проводятся мероприятия в любое время года. Количество участников каждый раз меняется. Сами организаторы поделились своими целями по данному проекту. Цель каникул – как можно больше детей завлечь в танцы, чтобы дети могли развиваться в абсолютно разных стилях, чтобы находили больше общения, потому что дети сюда приходят не только танцевать, дети также находят новых друзей, то есть их же сверстников или кого-то постарше, начинают общаться, дружить, обмениваться знаниями, опытом, также, может, танцами у кого-то что-то есть. Также они знакомятся с нами, то есть с преподавателями, и как у нас у преподавателей, получается, нарабатывается опыт общения с детьми, так и у детей опыт общения со взрослыми. За все время существования танцевальных каникул у хореографа собралось множество различных фактов, с которыми они хотят с удовольствием с нами поделиться. Мы уникальны тем, что мы преподносим информацию свободную, то есть это называется фристайл, а если дословно это переводить, то это свободный стиль, и здесь каждый ребенок выбирает собственный стиль, собственную музыку, собственного преподавателя, собственный язык общения со всеми. Вот. У нас нет никаких ограничений, и здесь фристайл. Участники танцевальной каникулы решили поделиться с нами своим опытом. Меня зовут Милана. Вика. Милана. Мария. Эдуард. Я танцую уже 7-й год. Именно хип-хопом я занимаюсь 2-й год. Мне нравится заниматься визажем и танцую уже около года. Я играю на гитаре и занимаюсь английским. Это Дамир, которого вы видели раньше, это мой лучший друг. Нас собрала Мадина, сказать, наш куратор. И просто вместе как организаторы делаем вот, и выступаем. А через листовки ходили по городу и раздавали листовки. Я узнала из Инстаграма. Именно этот стиль афрохаус. Я очень давно хотела его пробовать. Его атмосфера и вот кач сам, такие ощущения крутые. Ой, очень крутая тренировка сегодня была. Мне понравился сам стиль. У него интересная энергетика, необычная, которой у нас в принципе нету. В Казахстане это не прям так сильно развито, если честно. В России, по лично моему мнению, это больше развито, больше всего, больше таких мероприятий, мастер-классов. Быть собой и коммуницировать с людьми, начала понемногу понимать себя и что мне нравится. Я научилась здесь круто танцевать и танцевать разные стили. Как пошел на танцы, понял то, что самое главное вообще, по сути, не танец, ни что, это общение и взаимодействие между людьми. Танцевальные каникулы – это уже как традиция в городе Темиртау. Организаторы данного мероприятия уверены в том, что будут только совершенствовать и улучшать данную сферу творчества.